Настоящий профи своего дела всегда найдет свою нишу среди конкурентов. Это факт. При этом каждый специалист понимает, что учиться не то, что не поздно, нужно постоянно. Если хочешь быстро решать поставленные задачи. Все черновики с собой взял. Постоянно буду заглядывать. После всех тренингов у меня специально там ящичек есть. Все там лежит. Периодически открываем, смотрим, восстанавливаем. Конечно, очень важно продолжать вот эти обучения. Не только в рамках тренингов, но и самостоятельно. Кое-какие книжки купил. Пытаюсь найти время почитать. Важный навык для госслужащих – умение работать в команде. Хорошие результаты показывают те, кто разобрался прежде всего в себе, знает свои сильные и слабые стороны, готов работать над недостатками. Не всегда у них есть время посвятить время именно себе, поговорить о себе. Через рисунки они выражали свои эмоции, через вопросы они находили какие-то ответы для того, чтобы лучше и эффективнее работать. И вот наша задача, в том числе вот эти полученные знания, подходы организации нашей совместной деятельности превратить в некие универсальные инструменты обеспечения нашей деятельности каждый день. После двухдневного обучения начинается практическая работа на местах. Результаты не заставят себя ждать. Татьяна Трофимова, Елизавета Цветкова, Бахтияр Велиев, Республика.